Мур, привет, друзья! С вами Зверько и новостной выпуск обновления на тестовом 1.3.24. Добавили нового героя, Минситара. Видео о нем найдете на этом канале. Изменения героев. Тигрил. Исправлен баг, когда после убийства не мог толкнуть противника. Ханаби. Исправлен баг, когда ее щит продолжал действовать после того, как разбивался о шипастую броню. Роджер. Исправлен баг с превращением в человека. Кадита. Обзор героя есть на канале. Ульта. Увеличили базовый урон возвращающихся волн в среднем на 50 единиц. Также увеличили бонус к урону, теперь 40% вместо 30. Ульта – это страшное оружие Кадиты. Если она ультует под ногами, сносится уйма хп. Этот навык еще и усилили во второй фазе возврата волн. Белерик. Второй навык. Теперь Белерик жертвует 8% хп вместо 6%, но это же увеличивает урон навыка и исцеление от удара. Но я всегда рад даже мелкому бафу этого интересного танка. Харит. Обзор персонажа также на канале. Первый навык. Исправлен баг цветового эффекта навыка. Клауд. Уменьшен прирост атаки. Теперь 7 единиц вместо 8 за уровень. Какой огромный нерв. Джонсон. Пассивка. Увеличена КД щита. Теперь 90 секунд вместо 75. Вот давно пора, поскольку пассивка достаточно сильная для такого подвижного танка. Другие новости. Слезы дьявола. Исправили баг, когда пассивка не работала. Возмездие. Теперь пассивка, увеличивающая защиту от мобов на 40%, работает не 8 секунд, а постоянно. Одно условие. Купить лесной предмет. Эмблемы. Лесные эмблемы. Можно увеличить защиту от лесных мобов, а также усилили параметр жестокость до 10%. На этом об изменениях все. Скоро выйдет видео о новом тренировочном режиме, который я ждал 2 года. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!